Приветствую вас, дорогие друзья, в мире ГУ, в мире шариков ГУ, и мы с вами продолжаем проходить. Осень, да, у нас осень. Здесь у нас осень, и мы остановились на том, что у нас есть два уровня, и мы подбираемся к концу уже. Так, свистун. Давайте поиграем за свистуна. Учись как? Как пользоваться, да. Сейчас посмотрим, что... Ого! Так. Что нам говорит художник? Кажется, они следуют свистку. Свисту. Однажды, если соберутся все их приключения на DVD, один из шариков ГУ скажет, скорее всего. Мы двигаемся... Вы зажигаете. Классика. Да? Так, наверное, надо всех сместить сюда, да, я так понял? Давай. Итак, мы свистим своим свисточком. И шарики забираются к нам. Давайте, прыгайте все. Отлично. Так. Ты что там застрял? Давай. Ой, друг. Это... Так, теперь, что нам нужно дальше сделать? Ага. Ну, здесь достаточно все просто, да? Так, нужно взять вот эти прозрачные шарики водянистые. Еще один надо. Давай, друг. Поехали. Все достаточно просто. Здесь нам показали, как пользоваться свистком. Так, зовем все шарики сюда. К нам в трубу. Добро пожаловать в трубу. Окей, давай. Все сюда. Вот и прекрасно, 26 шариков мы собрали. Так, сливаемся. Вливаемся. Тунц. Да. Вливайся, Фанта. Черная Фанта, вливайся. Так, теперь. Как она поднимется вверх? Что нас ждет здесь? Угу. Так, нам нужно поднять эту красавицу. Куда нам нужно ее? Ага, вот сюда, на механизмы нужно, да, направить ее? Ладно, давайте попробуем. Так, что нам пишет художник? Мы должны быть уже близко к источнику энергии. Но что это? Ветер? Мельница? Что это? ГУ? Шарики? Скорее всего, это что-то более элегантное. Художник вывесок, да. Здесь написано, будь хорошим. Мама смотрит за тобой. Ай, так, ладно. Если мама смотрит, значит, давайте двигаться. Так, черный шарик есть. Цепляем к нему. Резиновый шарик, надувной. Так, давай. Сейчас все сделаем. Так. Ай, дайте. Все сюда. Ой, чуть. Так, я же хотел черненький взять шарик. Так, выстраиваем. Оп. Да. Отлично. Так, вот так. Да. Все правильно сделал. Так. Угу. Отлично, хорошо. Тихо, не падаем, ребятушки. Так, внизу там что нас ждет? Так, а вот это уже интересно. Ладно, надо было перетащить, но надо сделать вот так. Сделать невозможно и перенести вот эту бандуру симпотную. Симпатичную бандуру перенести сюда. Так, двигаем. Давай. Иди туда. Ай, молодец. Тихо. Тише. Так, вот. Хорошо, что главное, шарики не профукались у нас, да? Отрываем. Потихонечку. Угу. Так, ладно. Что дальше? Так, назад она уже никак у нас не покатится, поэтому нам нужно
приподнимать ее отсюда. Так, перекинем еще пару шариков. И теперь начнем поднимать ее отсюда. Давай, 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 давай. Ползи, родный, ползи. Так, шарик. Так, давай, 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 давай. Все-то у нас получится, да? Ой, 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 только не падай. Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Ай, не туда сделал. Тише, 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 тише. Че я делаю вообще? А, нет, смотрите, все, все гениально и просто получилось, спонтанно. Ай-яй-яй-яй. Так, давай, давай, давай. Все туда, все туда. Все. Так, ага, во. Вот и все. Сделали, мы сделали это. Мы развалили нашу красавицу, в кавычках, и проходим дальше. Приятный саундтрек такой, знаете, саундтрек отчаяния, грусти такой. Отлично. Красный ковер. Приготовься к близкой встрече. Угу. Так, вот это уже интересно. О, смотрите, как красиво все сделано, да? Так, вот у нас труба. Так, угу. Так, 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 так. Нам нужно вот эту красавицу опять переправить туда. Ага. Понятно. Ну что ж, давайте попробуем. Улыбайтесь на камеры. Все сегодня выглядят просто замечательно. Разве она не знала, что ждет ее в трубе? Давайте не будем говорить ей. Художник Вивисок. Да. Художник Вивисок радует нас своими интересными фразочками, подсказками и просто веселит нас, чтобы нам было не скучно играть в эту игру. Но в нее не может быть скучным, потому что это мир шариков Гу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай-давай. Нам нужно построить тяжелую такую вот башенку, чтобы нажать на пресс. Так, собираем. Строим. Давай-давай-давай-давай, что там? Надеюсь, все получится. Или не так надо, я что-то... Вроде бы так. Или нет? Ой. Че говорит? Дорами. Дорами говорит. Ой, ой, тихо-тихо-тихо-тихо, ты вот только не туда. Так-так-так-так-так-так-так. Так, ну это, наверное, так задумано, да? Ой. Ладно, возвращаемся обратно. Тихо-тихо. Где птички, 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 птички? Так, отлично. Нет, все-таки нет, нет, нет. Давай, давай, успевай. Ай, нет, Жень, давай, успевай, все получится. Давай, 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 давай. Ой. Ну же, еще где птичка? Не-не-не-не-не, ни в коем случае. Ай, профукали, ладно, давайте заново. Что-то я не подумал об этом, то, что надо построить заранее вот этот трамплинчик для нее. Ладно, ничего страшного, сейчас все сделаем. Так. Строим. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, я нарушил свою цепочку, да? Так, вот. Угу, как-то вот так вот. Так, ну-ка идите-ка все сюда. Вот эту верхнюю я уберу. Поставим мы, наверное, его как-то вот так. Вот, вот сейчас должно сработать идеально. Давайте попробуем.
Так, перебрасываемся их сюда сперва. Начинаем устраивать потихоньку. Должно все получиться в этот раз. Должно просто прекрасно все получиться. Ой. Так, главное не нажать на вот этого летающего жучка, на вашу птичку, как я называю. Все птичкой называю. Хотя это жучки. Это не птички. Так. Так, выстраиваем. Давай, давай, давай. Все в порядке. Все хорошо, все спокойно. Нас фотографируют, все улыбаемся на камеру. Да. Вот. Да-да-да-да-да. Ай-яй-яй, давай, давай. Прыгай, прыгай, девочка. Ой. Не-н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 е. Тихо, тихо, тихо. Фоткаем, фоткаем. Отменяем. Я отменил. Так, 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 так. Здесь заборчик нужно покрепче выстроить. Так, вот, наверное, как-то так, да? Наверное, как-то так, ребят. Да, скорее всего, вот сейчас уже в данный момент получится точно. Будем надеяться, потому что... Так, чуть-чуть выстраиваем. Все, процесс пошел. Так, давай, 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 давай. Катись, катись к нам. Давай, 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 давай. Покатились, покатились. Давай, 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 давай. Ну что ты? Что ты? Я тебя подтолкну даже. Давай. Все, есть у нас. Все получилось. Здесь сила потока. Так. Ой. Так, а вот теперь уже... Так, у нас спасенные шарики, я смотрю, беленькие есть, да? Ну, тоже приятно. Так, зелененькие. Зелененькие друзья. Сейчас мы с вас будем строить все нашу... Вот эту технологию будущего. Ой, 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 ой. Не-не-не-не-не. Не-не-не, ни в коем случае. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ой, 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 нет, 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 нет. Так, вот это вот, конечно, уже. Все, я не могу никак сделать, наверное. Так, здесь какая-то у нас странная постройка получилась уже. Все наперекосяк, все здесь как-то непонятно, что происходит вообще. Так, берем нижнего. Да. Играл давно уже, ничего не помню, как здесь что делать. Вот именно вот эти вот уровни, вот эти вот маленькие моменты, они, к сожалению, не всегда запоминаются. Потому что проходишь на одном дыхании и... Так, как-то вот так. Ну же, ну же, ну же, ну же. Еще один. Еще один, давай, 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 давай. Кого взять? Вот, вот как раз у нас краешку есть. Ой, ой, ой. Давай, 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 давай сюда. Все. Вроде бы все, давайте, 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 все перемещаемся дружно туда. Вот, да-да-да-да-да. Все, отлично, 18 шариков собрали, и, хотя нужно было забрать всего 10. Но нам хватило и этого. Здорово. Уровень пройден. Что же будет дальше? И вот финальный уровень должен быть сейчас, да. Что у нас? Генетическая сортировочная машина. Давайте посмотрим. Некоторые шарики более привлекательны, чем другие. Ладно. Так, вот здесь у нас страшные шарики, да? А, нужно рассортировать. Сюда идут красавицы. А страшненькие идут у нас сюда. На разлом идут. Так, что нам пишет художник? Последние шарики Гу не догадывались. Так. Не догадывались, что нужно рассортировать страшных налево, красивых направо. Но, во всяком случае, я думаю, что каждый прекрасен. Особенно я. Да. Художник вывесок. Ну, естественно, отличился. Ой, нет, 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 стой на месте. Так, сейчас все распределим. Сейчас мы всех распределим дружненько. Так, сперва, наверное, страшненьких, да, повытаскиваем? Да, давайте сперва страшненьких повытаскиваем. Так, давай, 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 давай.
Так, страшненькие, да? Так, вот это уже интересно. Ага, здесь еще и вода. Эй-эй-эй-эй. А, да, все правильно. Все правильно, ребята, оказывается, мы делаем. Это самое главное, то, что мы делаем правильно. Так. Отцепляем, подбрасываем. Давай-давай-давай, катись. И ты тоже туда же. Так, теперь выстраиваем другую. Другую пирамидку. Ой, зелененький, ты чё? Отстал от стада. Ой-ой-ой-ой. Так, подталкиваем наверх нашу красавицу. Давай-давай-давай, ты сейчас сюда идешь, да-да-да. Здесь тебе уже делать нечего. Это не твоя сторона, поэтому ты у нас пойдешь туда, направо. Так, выстраиваем. Давай-давай, двигайся. Двигайся. Так. Вот это нужно отцепить. Сюда поставить для стабильности. Крайний я тоже заберу. И давай, толкайся. Ой. Не то. Да, все. Замечательно. Что у нас здесь? Так. Что нам пишет художник? Почти зима, и воздух наэлектризован. Это нечистая погода, потому что источник энергии где-то рядом. Штормит, да. Так, вот это что за хаос? Должен быть какой-то способ, чтобы пересечь эту яму. Да, мы все правильно сделали. Оп. Да, пересекли яму, все прекрасно. Цепляйся. Ой. Все. Должно все получиться. Да, все у нас вышло, звучит финальная музыка. Все прекрасно. Мы поднимаемся к источнику энергии. Да. Так. Теперь нам нужно поднять ручку. Что нам пишет художник? Она прекрасна. То есть я имею в виду... Я рад, что это не высокого разрешения или типа того, но она выглядит фантастически. За прошедшие тысячи лет. Но кто она? Увидимся на другой стороне, художник вывесок. Что ж, художник, давай увидимся с тобой на другой стороне. Так, главное нам сейчас это все сделать. Реализовать наш задуманный план. И выбраться отсюда. Полетели. Ой. Да, все, все хорошо. Все у нас получается. Давайте, 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 все сюда. Все сюда. Ну, шарик, давай, один ты там затерялся где-то, все. Мы собрали 18 штук из 8. Последний шарик ГУ открыли. Огромная леди. Это был... живой электрический генератор. И красавица была реактивно-химическая, как бензин, как топливо. Долгие годы сок красавицы растекался по миру. Но, как и мир, она жила дальше. И до этого времени она спала. Именно до сегодняшнего времени. Но с новыми косметическими операциями. С помощью шариков ГУ ей был внедрен. Внедрена жизнь. Новая энергия. И теперь по всему миру свет от маленькой мисс ГУ освещал мир. И открылась новая фабрика на юге. Не успел я, конечно, много чего прочитать, но мы закончили с вами главу. Конец второй главы. Да, на протяжении короткого времени мы с вами закончили вторую главу. Ког в машине. Третья глава будет, а на этом я серию это закончу. Поздравляю вас и себя с тем, что мы прошли вторую главу. Всем спасибо за просмотр.
оставайтесь на канале, делитесь ссылками с друзьями. Всем спасибо, всем пока.